Есть. Освободите меня! Подожди. Спасибо. Твой отец рассказал, как выбрал спасти тебя. Да ну. Его спросили, кого оставить в живых. Он произнес имя брата, не раздумывая. А когда понял, что убьют Генту, начал умолять, чтобы убили меня. Я не могу вернуться. Все из-за меня. Это я попросил Генту помочь с поджогом. И что мне сказать твоему отцу? Что не успели меня спасти. Ясен ты.
Отца здесь нет. Может, он дал знать, куда ушел. Записка. Было слишком тяжело. Он утопился. Мы довели его до этого мангала. Пошла!
Сразимся!
Но! Вы трусы! Чего у тебя? Тебя освобожу. Тебе есть куда пойти? Не знаю, дойду ли. Я наткнулся на монгольский лагерь прямо на дороге. Эти мерзавцы хватают всех, кто пытается пройти. Я с ними разберусь. А пока спрячься где-нибудь. Нужны проблемы. Почему он убегает? О, простите, господин, я вас не видел. Ты прекрасно меня видел, но сбежал. Принял вас за разбойника. Если вас притесняют разбойники, я с ними разберусь. Поговорите с Сотой, он здесь главный. Господин, поговорите с Сотой. Он красильщик. Я ищу старосту. Соту. Вы самурай, которого зовут призраком. И твои люди бегут от меня. Почему? Мало ли кем окажется чужак. Монголом, разбойником. Я могу помочь. Спасти от разбоя. О нас не беспокойтесь, мы и сами справимся. Ты отказываешься? Болезнь и голод — вот наши враги. Их не одолеть никаким мечом. Как скажешь, Сота.
Что-то здесь не так. Мне стоит осмотреться. Сюда. Сюда, господин. Только держитесь подальше. Что тебе надо? Прошу вас, идемте. Чему таится? Лучше, чтобы нас не видели вместе. Мало ли на что способны эти люди. Они что-то скрывают. Этого места все сторонятся, будто оно проклято. Но как-то ночью я видел, как сюда пробирается Сота. Молодец, что сказал. Уходи отсюда. И будь осторожен. Что они скрывают? Здесь что-то висело, или кто-то. Мертвец. Его утопили. Да что здесь произошло? Обрывки одежды. Женской. Следы окровавленных пальцев. Царапины. Здесь держали людей, и они пытались выцарапать ход. Земля слишком мерзлая для похорон. По словам Соты, большинство скосило болезнь. Одни мужчины убиты мечом. Толпа людей шли из деревни. Этих крестьян убили, нескольких бросили в деревню, остальных увели. Надо понять, куда. Следы. Пожалуй, мне туда. Они могут быть в том доме. Вот и они. Надеюсь, пленники еще живы. Надо сильнее ощипнуть метку!
Der Mund bei Starla. Гэхдээ бушкомчтэй. Ахиад учрууд үхтэн болгоно. Все кончено. Я могу отвезти вас домой. Мы никогда не вернемся. Мужчины деревни купили себе жизнь, отдав нас монголам. Но многих убили. Тех, кто заступился за нас. Мы сами устроим себе новый дом, господин. Но только вы можете свершить правосудие. Хорошо. Разберусь с мужчинами из Сагу. Жители деревни Саго, я глава клана Сакай. Сюда, живо! Чем можем служить? Ты солгал, Сото. О чем вы? Женщины деревни Саго свободны. А что нам было делать? Мы же не воины. Нет, вы свиньи. Каждый из вас. Пощадите, господин. Это все я. Это я их заставил. Как скажешь, Сото. А вы убирайтесь из Сагу. Вернетесь, разделите судьбу Соты. Идите! Господин, что здесь случилось? Жители, которых схватили монголы, свободны. Они укрылись в усадьбе неподалеку. Иди к ним. А, лишь бы уйти отсюда.
Сагай, надо поговорить. Починить вам лук, господин. Спасибо. Я расскажу остальным, что вы живы. Значит, ты думаешь, это правда? Кто-то травит людей? Я работаю с любыми доспехами. Это вас защитит. Пути несокрушимы, как гора. Могу я помочь, господин? Рад вам услужить, господин. Принесите еще, и вещь ваша. Ваши победы дарят надежду. Я видел, как монголы пялятся на площадку с бамбуком. Они так и не поняли, что на ней учатся владеть мечом. Жаль, меня не было рядом. Показал бы, каков в деле меч самурая. Возможно, еще получится, господин. Площадки для тренировок есть у многих поселений. Их отмечают флагом. Может, флаг монголов и привлек? Всегда рад помочь, господин. Я к вашим услугам, господин. Прекрасный выбор. Удачи вам на... Ну, кто первый? Выходите!
О, самурай, овчче! Ой, куда как че? Тень твой! Ой, куда? Самурай посадим ведь бурицы. Петерник, это ста. Ой, куда как чахарда? Четыре воина противостояли живым и мертвым, духом, привязанным к этому. Сакай, надо поговорить. Когда я был молод, мне пророчили славу Тадайори Нагао. Вы лучший стрелок всех времен. Ничего подобного. Но да, я хорош. И я благодарен вам за науку. Лук занимал все мои мысли. Места для семьи не осталось. Томоэ была мне как дочь. Ее деяния все перечеркнули. Да, понимаю. Моя жизнь принадлежала Луку. То, что Лук дал мне, было прекрасно.
на то, что лук отнял. Семья важнее всего. Сенсей. Не становись, как я. Не отдавай все призраку. Томоэ где-то в Камиагате. Пытается собрать себе войско и задобрить хана. Если так, мы ее найдем. И прикончим. Да, так и будет. Одежда разбита, пропитан отчаянием воздух. Мы смирились с судьбой.
Что это там? Монгольский конвой. Их убили. Но кто? Стреляли в спину. Похоже, засада. Телегу сожгли. Горящие стрелы? Японские стрелы. Люди господина Симура? Это сделали японские лучники. Вероятно, отряд. Ну или здесь был сенсей Исикава. Простите, виновата, господин. Не стоит ко мне подкрадываться. Я думала, вы с тем, кто убил монголов. Тоже самурай, но старше. Лучник. Сенсей Исикава. Где он? Сказал, что придет в мой дом через пару дней. Почему к тебе? Там тепло, еда. Но он куда-то уехал в большой спешке. Возможно, он вышел на след Тамоя. Где твой дом? Недалеко. Но скоро будет буря, а мне нужно проверить силки. Потом я вас отведу. Хорошо, я пойду с тобой. Как тебя зовут? Мацу, господин. Что еще говорил сенсей? Больше ничего, господин. Он не слишком любезен. Да, он такой. Никогда не говорила с настоящим самураем. Война сводит вместе разных людей. Теперь я могу задать важный вопрос. Задавай. Каково это распоряжаться чужой жизнью и смертью? Это большая ответственность. Но втайне вы рады? Такому радуется только чудовище. Не такого ответа я ждала. Вон там. Мои силки. Иди скорее. Не хочу разминуться с Исикавой. Зараза. Пусто. Поставлю заново. Не проще настрелять дичи? Ну уж нет. Это ужасно. Может, сменить приманку? У меня только одна. Какая же? Надежда на большее. В этом и беда. На нее падки только мужчины. Сюда, господин. Нелегко здесь жить. Везде нелегко. Я бежала на север, когда пришли монголы. Одна? Родители умерли, когда я была маленькой. С тех пор я сама по себе. Вы, должно быть, из знатной семьи. Господин Симура мой дядя. Постойте. Так
Так это о вас все говорят? Вы призрак. Но вы вовсе не великан с глазами, как у демона. Это тебе так кажется. Но демоны часто являются к людям, сменив облик. Не бывает никаких демонов. Ну, я надеюсь. И потом, вы слишком красивый для демона. Я демоном согласился бы. Смотрите, они крадут мою добычу. Прогоните их, господин, пожалуйста. Жди. Они голодают. Эй! Господин, жальтесь! Это не ваше. Смилуйтесь. Это просто белка. Мы уже неделю едим только траву и кору. Забирайте. Спасибо вам. Вы их отпустили. С нашим обедом. Они не желали зла. Просто хотели есть. В историях призрак совсем другой. Не все истории правдивы. Начинается метель. Сколько у тебя силков? Еще один. Но не близко. Никто не поверит, что вы со мной говорили. Каково это быть призраком? Непросто, но я не хочу иной судьбы. И у вас нет сожалений? Есть. Но я готов на все, чтобы прогнать захватчиков. Пора возвращаться. Мне нужно увидеть сенсея. Но мы уже почти дошли, господин. Мы на месте. Надеюсь, голодать не придется. Смотрите, вот и наш ужин. Добыча? Сегодня все-таки поедим по-человечески. Что там такое? Большая земля. Без монголов и войны. Где можно начать все заново? Допустим, ты туда доберешься. Что тогда? В Киото я буду держать таверну. Играть на семисэнь. Красивые люди будут собираться под моей крышей и нести свои денежки. Похоже, Киото в опасности. Снег валит сильнее. Нужно идти. Может, ваш сенсей... ждет. Ну и погодка. Держитесь ближе. Куда уж ближе, только подсесть к тебе в седло. Что-что? Ничего, поезжай. Господин, монголы! Прямо у дома! Я разберусь. Жди здесь.
Джамаль! Вас все говорят. Где твой дом? Уже близко. Идемте. Мы пришли. Заходите. На вид ты добрый для призрака. Но то, как ты убил монголов... Я делаю, что нужно для Цусимы. Нет, просто. Мы с тобой бойцы. В обоих есть тьма. А без нее нам конец. Сенсей говорил нечто подобное. Но звучит больше в твоем духе. Томоэ. Еще он всегда говорил, я недооцениваю врага. У меня нет стрелы в спине. Почему? Монголы от меня отвернулись. Но сперва ты научила их убивать наш народ. Это была моя ошибка. Такое тяжело исправить. В одиночку. Я нужен тебе. И сенсей. Но ты нам не нужна. Я знаю, где они ударят. Мы устроим засаду. Вам победа, а мне месть. Ладно, я поговорю с сенсеем. Дин, останься на ночь. Нет, думаю, не могу. Сюда. Взгляните на товары, господин. Рад помочь. До встречи. Буду ждать вестей о ваших победах. Говорят, один человек... Господин, не нужно ли чего? Господин Сакай, я видел разбойников на тренировочной площадке. Рубили бамбук, чтобы узнать, кто из них лучший мечник. Пожалуй, мне стоит поучаствовать. Они давно ушли. Но нет лучшего места, чтобы отточить искусство меча. Ищите тренировочные площадки рядом с поселениями. Они отмечены флагом. Если увижу, непременно загляну. Спасибо. Ваша победа, дорогая. Сакай! Сакай! Есть новости? Вроде того.
Я говорил с Томоэ. Она прячется на севере. Монголы от нее отвернулись. Ты ее видел? Так почему она еще жива? Ее лучники готовят большую атаку. Предлагает нам втроем перебить их. Ей нужны наши головы, чтобы купить милость монголов. Она могла убить меня, но не стала. Доверять этой женщине – большая ошибка. Речь не о доверии. Она знает планы монголов и надеется на помощь. Пустая надежда приводит к смерти. Чук, Рацуфах, на руки! He was a призрак. Ты хвалил монголов. Они хорошо тебе платят. Нас заставляют под страхом смерти. Но брат хранителя скоро нас спасет. Что ты знаешь о Норе? Он добьется победы над монголами. Отвести вас к нему? Сюда, господин. Норио знает, что ты за монголов? Он велел нам и дальше подчиняться, пока не захватим храм Кет, чтобы нас не заподозрили. Не похоже на Норио. Разве? Но ведь он всегда на вас равняется. Все твердит о том, чему научился у призрака.
Я привел призрака. Основной отряд штурмует главные ворота. В доме с остальными. Внимание! Небольшие группы зайдут с флангов. Прячьтесь за деревьями. Господин! Подождите. Мне надо поговорить с господином Сакаем. Вы очень кстати. Сюда. Я слышал, вы собираетесь отбить храм Кедра. Мы много тренировались. Они готовы. Некоторые мне знакомы. Они из Акасимы. Я отправил гонцов в храм Куси, но никто не пришел. После всего, что мы сделали. Мы освободим храм Кедра и без них. Думаешь, они способны сражаться за храм? Мы бы справились и сами. Так стоит ли им рисковать? Храм Кедра может стать маяком для всей Цусимы. Каждый, кто за него сражается, будет вестником надежды. Не нам одним нести послание. Это должна быть их победа. Когда выступаем, Норио? На заре, господин. Мы пойдем на храм Кедра с призраком! Когда вы взяли замок Канеда, с вами не было самураев. Сложно было решиться. Я не знал, справимся ли мы до самого конца. Я чувствую тоже, когда рядом нет брата и его людей. Жаль, что Энзо здесь нет. С нами его дух. Тебя ценят, Норио. Они помнят Хранителя и знают, зачем мы едем в храм Кедра. Им с тобой повезло. Нужно свернуть с дороги. Сюда! Храм сразу за кедровой рощей. Монахи у них в плену? Нет, потому я и велел им подчиниться, чтоб не пострадали во время штурма. Разумно. Мы близко. Дыши, Норио. Как сражаться, если забываешь дышать? Как вы поняли? Я хорошо тебя знаю, друг. Норио и призрак. Мы пришли, как только смогли. Хорошо, что храм Куси с нами. Храм Кедра, Акасима и Куси. Мы будем сражаться вместе. Вы в главные ворота? Да. Отвлечем монголов, а остальные зайдут с флангов. А я? Господин, пусть затея моя, но вы сражайтесь так, как пожелаете. Вы все за мной. Держитесь рядом. Никто из вас сегодня не умрет! Все, кто падет, будут вечно жить в истории!
У них хватка! Дашу! Дашу! Ушу! Дашу! Господин Сакай, на помощь! Я больше не могу! Я у вас долго. Господин. Поздравляю, храм ваш. Когда я был здесь в последний раз, мой брат, хоть и настоятель, все были живы. Теперь ты все восстановишь. Пойдемте в главный зал. Нужно убедиться, что ничего не испорчено безвозвратно. Сюда. Норио, господин Сакай. Что? Лучше не заходите в главный зал. Возьми себя в руки. Все, что разрушили монголы, мы восстановим. Снаружи все выглядит хорошо.
Тут все цело и на месте. Норио. Энзя? Когда тебя забрали, я думал... Они обещали пощадить тебя. Если я все им расскажу. Я здесь, Энзя. Все хорошо. Я выдал им настоятеля. Хоти. Кусидару. И Акасиму. Это не важно. Нарю. Я держался. Ждал тебя. Но жить так я не могу. Нет, можешь. Пожалуйста, брат. Прошу. Господин, оставьте нас. Да. Его имя Харчу. Он сжег моего брата. Отрубил ему руки и ноги. Этот Харчу, он уже мертв? Пока нет. Норио, твой брат был хранитель. Он умер героем. Вовсе нет. Я выясню, где прячется этот монгольский трус. Но потом мне нужна помощь. Я помогу. Стихнет снегопад. Начнем похороны. Господин, чем могу служить? Я ищу Норио. Где он? Он понес прах брата на кладбище. Оно к югу отсюда, среди холмов. Пойду туда. Спасибо.
ваш лучший воин? Все будет хорошо. Это же чудо. Иди. Все хорошо. Господин, это вам. Норио где-то здесь. Да. Энзио. Брат любил горный воздух куда больше, чем пагоду. Монгол, которого ты ищешь. Харчу. Ты нашел его? Да, он совсем рядом. Норио, ты сейчас нужен в храме Кедра. Нет, это важнее. Разве месть — это первый долг монаха? Я был братом прежде, чем монахом. Не ходи один. Я с тобой. Как хотите. Где его искать? В форте Сёни. Уверен, что виноват он. Когда я его найду, он будет молить о быстрой смерти. Но никто не ответит. Сложись все иначе. Думаю, Энзио отказался бы от мести. Сложись все иначе, я был бы мертв, а хранитель жив. Для Цусимы так было бы лучше. Возвращайся в храм. Я обо всем позабочусь. Вам меня не отговорить. Не хочу, чтобы ты стал... таким, как вы? Как многие из тех, кого изменила война. Внизу есть место, откуда видно форт. Уже слишком поздно, господин. Я все делал, как вы учили, когда выслеживал Харчу. Как он выглядит? Как все гнусные, злобные монгольские псы. Его нельзя упустить. Я сразу его узнаю. Увидишь его, действуй сразу. Крысы, пошли прочь! Норио! Нет, мы хотим есть! Сжальтесь! Мы уходим! Они никому не могли навредить, Норио. Возможно. Теперь точно не навредят. Они сами виноваты. Впереди ждет нирвана. Позади только ад. Откуда это? Энзо начертал это на своей нагинате.